Если уж и генеральная уборка, то в полном смысле этого слова. Чисто должно быть не только на виду, но и в самых отдаленных уголках. Жители дома 3А по улице Арцебушевская следуют этому правилу безоговорочно. У нас сейчас чердаки, уже в ту субботу чердаки эти чистят, подвалы, как бы начинаем вот эту всю работу. Сами жители, да. Подгоняем сюда контейнер, загружаем. Не дожидаясь хорошей погоды и официальных субботников, жители начали уборку с первыми лучами весеннего солнца. Уже сейчас в их дворе кажется идеальная чистота. Однако сами жители говорят, работы еще много. Нужно побелить деревья, бордюры, покрасить ограждение и высадить цветы. Потому что это наш дом. Мы живем здесь с основания этого дома. И всегда вот все 20 с лишним лет выходим, постоянно убираемся, чтобы было чисто, самим же приятно. Жители окрестных домов с завистью поглядывают на образцовый двор. А соседи с удовольствием раскрывают секрет. Просто нужно собраться всем вместе и выйти на субботник, навести чистоту, а потом поддерживать порядок. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.